Отечественной войне открывают наши славные ветераны войны города-героя Одессы. Выдвигается механизированная колонна ветеранов, активных участников боевых действий времен Великой Отечественной. Самому молодому из них 87 лет. Экипаж Пинского района возглавляет кавалер двух орденов славы, полковник Кузенский, снайпер, на счету которого более 80 фашистов. Киевский район представляет полковник юстиции Богачев Борис Ильич. Экипаж Суворовского района возглавляет полковник Дешляга Иван Артемович, принимавший участие в штурме Берлина. Среди ветеранов Суворовского района ветеран Великой Отечественной войны Савит Яков Михайлович. Ветераном Кремлевского района представляет генерал-майор Дерябин, защищавший Москву. Также в экипаже Приморского района полковник Василий Антон Спиридонович. Среди ветеранов Малиновского района генерал-майор военно-научного общества Южного оперативного командования представляет генерал-майор Лебедев Вячеслав Дмитриевич, полковник Данилов Борис Григорьевич. Мы счастливы тем, что в нашем городе живет много ветеранов Великой Отечественной войны. И среди них ветеран Малиновского района генерал-майор Жученко Григорий Прокопович, герой Советского Союза, летчик штурмовой авиации. Он награжден также орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденами, двумя орденами Красного Знамени Александра Невского, орденом Ленина и Золотой Звездой, а также другими правительственными наградами. Славетных ветеранов зустречают, даруют квіти, залітають словами подяки за мирне небо, можливість жити, навчатись та бути щасливими на своїй землі, за майбутнє нашої батьківщини, учні одеських шкіл.